Добрый день! Меня зовут Анна Тищенко, и я представляю Запорожский театр поэтической песни. Я хотела бы исполнить песню Григория Донского «Виолончелистка». В день, когда ты вернешься, будет ночь, а ты отовсюду вернешься. Тащишь тяжелый футляр, улыбнешься, это больше не твоя ноша. Вспомнишь пустые залы, вагоны, вокзалы, в которых гуляет зараза. Вспомнишь тех, с кем жила, что осталось от них, пустота и фраза. Попадай, 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 кто ты, виолончелистка, попадай, попадай. Жить с большим футляром в обнимку. Господи, что если тебя нет? Кому писать на судьбу анонимку? 10 лет на нее стучат, то метроном, то дожди по крыше. Но тишина наверху, молчат. А если рявкнут, то услышишь. Попадай, попадай, попадай в ноты, виолончелистка. С клюкой, прыгай в окно, там веселое время. Время идти по жизни легко, время носить за плечами ветер. Все, что есть у тебя за душой, все раздашь, ничего не зажилишь. А если станет нехорошо,